Это очень большой праздник. Это знаковый праздник. Это основной праздник, основное достижение 20 века. Уважаемые товарищи, разрешите митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, считать открытым. Мы в феврале 2001 года совершили своего рода мирную революцию на выборах парламентских, завоевав власть в стране. Сейчас на февраль месяц опять назначены выборы будущего года. Нам надо с вами мобилизоваться и совершить новую революцию, потому что Молдова уже дальше катится в пропасть некуда. Коррупция носит сегодня не просто бандитский криминальный характер, коррупция носит политический характер. И она создается теми, которые находятся у власти, теми партиями, теми депутатами, теми, которые руководят страной. Нельзя так. Надо возвращаться к октябрю не только в теоретическом плане. Не только в плане, что мы помним, что мы знаем, как готовилась революция, как она осуществлялась, что было потом построено в социалистическом обществе. Нам нужна еще одна мирная революция. Nu s-a făcut azi agitație electorală cu ocazia sărbătorii? Nu, ce agitație electorală? Noi am vorbit că în februarie 2001 a avut loc o revoluție foarte pașnică la alegeri parlamentare, că noi am obținut majoritate constituțională. Și acum scopul nostru, că în februarie 2019, iar să avem, să facem o revoluție electorală la alegerile parlamentare și să obținem victorie și să luăm țara, să îndreptăm încotro trebuie.